Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать стаканчик кавайи. А сначала я хочу вам сказать спасибо за то, что вы смотрите мои видео, за то, что пишете комментарии. Я все комментарии читаю. И мне очень приятно, что вы смотрите видео. А сначала не забывайте подписываться на мой канал. Подписывайтесь, если вам действительно интересно. Сейчас мы будем рисовать основу стаканчику. Так. Какая у нас форма стакана будет? Далее мы рисуем трубочку. Теперь мы рисуем вот здесь вот такие вот полоски. Далее мы соединяем вот здесь вот стаканчик. И вот тут вот мы рисуем вот такую воду, которая налита в стаканчике. Теперь вот здесь вот рисуем вот такой вот глаз. Рядом здесь рисуем второй глаз. Такой вот у нас второй глаз получился. Здесь рисуем вот такой ротик и брови. Такой, ребята, у нас стаканчик получился. Сейчас мы его с вами будем разукрашивать, чтобы он получился цветной. Взяла стаканчик, разукрасила глазки. Вот так у меня получилось. Сейчас я буду разукрашивать фон. Фон я буду разукрашивать. Сейчас покажу, каким цветом. Вот таким вот цветом, зеленым. Thank you.
Украсил вот таким зеленым цветом. Больше он похож на салатовый. Сейчас я буду еще вот здесь мне осталось разукрасить чуть-чуть другим цветом. Тоже зеленым, но другой оттенок. Видите? Совсем другой цвет зеленый. Здесь я раскрашу вот таким вот зеленым. Красила уже зеленым цветом. Теперь я буду раскрашивать сам стаканчик. Он у меня будет вот такой вот. Коричневого цвета. Красим палочку мороженого. Я ее буду раскрашивать таким вот салатовым цветом. Вот здесь салатовый. Я лучше подумала, вот таким зеленым буду раскрашивать поярче, который. Таким вот зеленым. А вот эти буду голубым раскрашивать.
такой голубой. И осталось нам только ротик разукрасить. Ротик у нас будет вот такого красненького цвета. Вот такой у нас получился стаканчик. Ребята, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии.